Всем привет, ребята, я Маша, и это мой канал. Добро пожаловать во Владимир, город, который входит в Золотое кольцо России. Сейчас мы будем проезжать главную площадь и Успенский собор. Успенский собор и Дмитровский собор я обязательно покажу в следующем влоге. Направляемся мы по Большой Московской улице. Вдалеке виднеются Золотые ворота и Троицкая церковь. Золотые ворота – памятник древнерусской архитектуры, входящий в состав ЮНЕСКО. Построен он в 1164 году при князе Андрее Боголюбском. Повернув направо и пройдя большие расстояния, перед нами открывается Никитская церковь. Какой же красивый, нежный, зеленый оттенок. Вот еще одно место, которое тоже нужно посетить. Сейчас вы сами поймете, что же это за место. Перед нами открывается вид на Успенский собор, то есть мы попали на смотровую площадку. Около действующей аптеки мы видим статую Айболита. В самом углу смотровой площадки мы видим бронзовую статую художника на пленэре. Он как раз рисует Успенский собор. Я бы тоже нарисовала эту красоту. Жаль, только не взяла с собой бумагу и карандаш. Кадр какого-то домика и красивый флюгер. Церковь в персиковом оттенке. Дело ближе к закату. Какие красивые лиловые облака. Мы направляемся в Богородице, Рождественский монастырь. При входе мы видим, что все стены расписаны фресками. Основатель монастыря – великий князь Всеволод Юрьевич. Мы направляемся посмотреть на новый собор Рождества Богородицы. Вот он. Согласитесь, что есть какие-то сходства с церковью Покрова на Нерли. Влог оттуда ты совсем скоро увидишь. К сожалению, собор был закрыт. Ну что ж, делать нам нечего. Ну а это последний кадр. Кадр прогулки по Владимиру. Какой прекрасный закат и какая луна. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Не забудь подписаться и поставить лайк.